Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иосиф толкует сны фараона. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот, стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хорошим видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу, ибо они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев полных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. И рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестит фараон. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один, и 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжелым». А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинное слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.